Привет. Привет, моя хорошая. Привет. Носить. Смотрится очень эффектно, да, я согласна, прям так, прям аккуратненько, красиво, так красиво. Ну что, давай, я взяла вот такие вот тенюшечки, такие вот тенюшечки. Так, ну, такие, знаешь, достаточно яркие цвета. Ну, я, да не пугайся, ты как-то сказала, легкими сделаем, легкие. Мне просто, знаешь, здесь очень нравится вот этот вот оттенок, он смотрится темным, но на самом деле на глазах он прям такой вал. Прям вот под твои зеленые очень хорошо будет. Это специально такая палеточка, видишь, под зеленые глазки. Не, ну конечно, под другие тоже подойдет, но вот зелененькие особенно, да. Так, ну что, давай. А, чуть не забыла, надо же под бровкой там хайлайтер. Вообще. Сейчас, подожди, вот хайлайтер. Да, это ж надо под бровкой немножечко. Немножечко возьмем. Кисточку давай. Как бы, чтобы светило, да? Сияло. Немножечко, да, немножечко, чтобы сияло. В уголочке классика тоже чуть-чуть, да, чуть-чуть, чтобы такое свечение было небольшое. Так, хорошо. Так, ну что, так вот теперь к теням. Теперь к теням. Да, я думаю, что мы нанесем немножечко
пиздить. Ну, не сильно ярко. Так. Что, давай? Возьму вот такую кисточку. Это для коричневого. Чуть-чуть. Чуть-чуть наберем. Ну все, закрывай глазки, конечно, да.
типа, как он там будет, я не знаю, себя вести. Квалер. Ну ладно, ладно. Так, ну, смотри, с глазками, я думаю, все. Ой, блин, привычка. С глазками, я думаю, все там, да. Уже хорошо их накрасили. Густенько. Еще вот убрать тут как
отметить обязательно, чтобы ты сиял. Не только глазами, но вообще. Так, опять берем хайлайтер мой. Да, согласна с тобой. Есть хайлайтеры такие. Сильное свечение, а есть такое мягенькое. Тут что-то нейтральное. Между сильным и мягким. Вот у меня такой какой-то средний. А нижняя челюстница не накрасила. Болта вообще. Вообще хорошо. Хорошо, что ты мне напомнил. А что, кстати, тебе надо будет звонить? Ну, типа, вот вы встретитесь. Да. Экстренный вызов надо будет делать. Но вдруг он не очень. Если что напишешь, да, я тебе позвоню. Ну, типа, да. Типа, тебе надо срочно ехать. Ну, фотку-то ты в фотке видела, что? Ты вообще волнуешься, нет? Чуть-чуть. Ой, я тоже всегда. Вообще, это так бредово, да, ты вроде в себе уверена все равно, да. Когда идешь, что-то есть какое-то волнение. Даже не то, что там не понравишься. Типа, ну, незнакомый человек, сейчас надо будет идти на контакт, да, это такой. Да, я согласна, всегда проще знакомиться, когда там где-то. Ну, типа, вот он такой подошел, с тобой познакомился, хотя так еще вообще редко, да. Ну, сейчас из интернета. Бывает, конечно, да. Ну, что, все. Ё-моё, я вообще сегодня всё забываю. Утро же ещё. Давай. Точно. Блин, ты бы мне и напоминала, я бы вообще тебя не накрасила. Так. Вот так. Да, она же это фиксирующая. Ты мне позвонишь, что?